Власне, у вас в колективі хто відповідає за підбір репертуару? Це якесь колективне рішення, чи все-таки хтось там один приносить одну там композицію? Обычно это творческий процесс, конечно, если кому-то нравится какая-то композиция, мы ее все вместе просматриваем и пытаемся находить что-то, как-то ее переживать и находить что-то свое, чтобы она была уникальной. Друзі, ну можна розповідати ще про музику, ну досить але цікаво. Але ось давайте будемо чути. Yeah.
Друзі, в якийсь мить здалося, що починаю розуміти, про що ви співаєте. Так, взагалі можна так, декілька десь, слів про композицію? Десь коровка мукає, десь квіти, десь небо чисте, десь холоду не буде там. І чому б не заспівати з цієї нагоди? Про це було? О любви, которую излучают материнские глаза. Материнские глаза, они всегда несут любовь, даже если из них льются слезы, то это слезы, которые радуются или переживают за своего ребенка. Так, я хотіла задати таке питання. Останнім часом дуже популярним стало там робити такі мантри-дайвінги. От гурт Шанті Піп, гурт Атмосфера, вони дуже часто приїздять навіть до нашого міста, вони приїздять з такими от заходами. Чи ви влаштовуєте такі? Чи все-таки ще трошки осторонь тримаєтесь від слухачів? На самом деле группа «Сангам» — это не только музыкальный коллектив, это творческое объединение, поэтому мы не раз организовывали в городе Днепропетровске свои проекты, мы привозили к нам, сами выступали, привозили музыкантов, привозили индийских музыкантов, в прошлом году это была Надита Басу, до этого мы привозили киевские группы, как «Двиджа», «Heavenly River». Мы пытаемся рассказать, показать днепропетровцам, что такое индийская культура, насколько она глубокая, насколько она многообразна. То есть тот формат, в котором играет группа «Сангам», это один. На самом деле намного больше. Есть более классические направления, есть еще более народные стили, кавали. И мы достаточно много организовываем, и также мы принимаем участие во всевозможных этнофестивалях, которые проходят и в городе в нашем, и вообще по Украине, и не только. То есть, как мы говорили, мы были в Индии, мы участвовали в огромном туре, который назывался Йокетгара. Мы целый месяц были в Индии, и весь этот месяц у нас каждый день были концерты, мы объездили несколько штатов, и вот этот тур Йокетгара, он был занесен в книгу рекордов Индии, как самый большой тур музыкальный внутри Индии самой. Посвященный йоге. Посвященный йоге, так, конечно, посвященный Друзья, йоге. Ну, на жаль, у нас час трохи обмежений, бо так, прямий ефір, але чи є якісь композиції, які коротенькі. Ми із задоволенням ще почули. Сейчас вот спрашивали, вопрос был о мантрах. Сейчас прозвучит песня, которая она несет в своей основе как бы мантру Ом Нама Шивая. Шива это как бы считается верховный бог, да, который создал всю эту вселенную, который следит за этой вселенной. Вот. И эта песня, она тоже, мы ее немножко переделали, она была в классическом стиле. Это была медленная композиция, но сейчас вы услышите ее вариант. Нашим исполнением. Ом нама шива, шива нама шива. Ом нама шива, шива. Ты сам.
гостях ранкового коктейлю був етногурт «Сангам». Знаєте, я сьогодні навіть хочу сказати не дякую, що прокидалися разом з нами, а дякую, що ви допомогли мені прокинутися разом з вами. А, друзі, щойно не тільки прокидалися, але й трохи йшли до просвіти. Так, а зараз ми будемо продовжувати йти до вічного, доброго і світлого, після чого повернемося знову до ранкового коктейлю з новою інформацією і корисними новинами.